Неловкое развертывание экрана. Hello and welcome to Super Low Res Playthrough of Ahead in Time. Потому что мой компьютер не тянет даже самую минимальные настройки вообще. Он тормозит в меню на, знаешь, вот это в начале там, короче, на фоне планеты летают. И, в общем, у меня даже они не могли вращаться. Еще я заметил, как очень сильно долго все в этой игре. То есть вот ее разворачивать секунд 20, запускать тоже минут 40. Но самое крутое, вот я еще даже не начал. Я нажал кнопку, но там спросила, типа, начать новый профиль. Я думал, надо будет ввести имя или типа того, как в сеговских JRPG. Но оказалось, что оно начало катсцену, и как бы я поэтому решил записывать, потому что я изначально хотел записать первое впечатление, и я думал, что это еще не оно. Как же тут все глючит. Так вот, вот уже типа у меня уже создан. Ну, я его удалю, потому что я даже, ну... Ого, это такой крик. Так, во-первых, звук. Как-то оглушительная музыка, честно говоря. Намного лучше. Ну, я думаю, диалог вот так. О, круто, я то же самое в Бабсе делал. Это моя фишка будет. Ух ты, прикольно. Поезда всякие, ну. Это вот эти вот летающие объекты издают эти звуки ситуационно. Что меня удивило сразу с первых секунд, как тут, блин, офигенно много опций. Вообще в настройках все можно регулировать. Там вплоть до самых таких очень-очень точных моментов. Это очень круто. Out of focus volume, adjust the volume of the game when the game window is not... Ага, ну нет. А, типа делать тише игру, когда она свернута, например. Тоже надо вообще-то. 3D. Ну, я думаю, да, если получится. Вот тут, смотри, короче. Advanced. Вот, просто сколько настроек графики, я в шоке. В каждой игре столько должно быть. У меня, правда, все на минимуме, и я, конечно, не уверен, что это поможет, потому что все равно все будет тормозить. Я немного думаю все-таки увеличить хотя бы это величину текстуры, или типа того, вот, LOD bias. Further away from the character, they will gradually decrease. Ну ладно. Physics. Texture. Вот текстуры хотя бы надо на вот так вот. Draw distance тоже вообще-то нужен. Это очень далеко. Хотя она мне не будет прям настолько тормозить. И вот это попробую на стандарт поставить. Да, не зря же тут так долго настраивался. И в таком случае я бы поменял разрешение на что-то среднее, но тут нету вариантов. Тут либо максимальное, либо минимальное, так что... Я бы хотел, конечно, на вот таком хотя бы. Damn it. Или на 720. Да не, на таком буду. Это, ну, на перформанс лучше всего сказывается. Что меня удивляет, что нельзя выбрать настройки. У меня джойстик подготовлен, но он не распознает. А точнее, тут нельзя выбирать, чем управлять. Так что, не знаю. Сейчас главное, чтобы она была на весь экран. Потому что на записи... Ой, вот он сейчас вернется. А, ну вроде как. Я ж бабся, когда записывал, то он получился... Гораздо-гораздо тише, чем... Ой, тише, это я потому что про громкость думаю сейчас, о том, что... ну, я регулирую сейчас громкость. Так, ну он влазит в экран, хорошо, я тогда разворачиваю. В бабсе я, получается, из-за того, что перед этим настроил его на одно разрешение, потом поменял, и в итоге оно aspect ratio подрезало, и низа экрана не было видно, а там как раз же все то, о чем я говорил, то есть там внизу отображается количество жизни, очков и прочее, и оно мешает просто, ну, видеть, что происходит на уровне. Я об этом говорил половину своего стрима, и получается, что я говорил о том, чего даже не видно, не записалось. Это немного не очень. Вот я хочу убедиться, что здесь хотя бы влазит все в экран. Ну, тут, я так понимаю, aspect ratio у нее достаточно широкий. Я там видео, получается, сейчас монтирую о том, почему я не играл в нее до сих пор. И, ну, в основном потому, что октябрь был, это Хэллоуин, как бы, и я, в принципе, вот уже сейчас готов в первое впечатление на нее записать. Это игра, которую я очень давно жду, и реально она у меня вот... Я составлял список, типа, самых ожидаемых игр этого года, и она у меня вот... Это первая игра, о которой я думаю, из тех, которые я ждал в этом году.
Юкалейли как бы не справился, и вся надежда теперь на эту игру, потому что это тот же концепт, только другие персонажи и сеттинг и все такое. Надеюсь, что будет круто. Должна быть прикольно. Я про нее ничего не смотрел, не видел. Ну, то есть это без спойлеров для меня, и я рад, что как бы даже смог, хватило мне терпения не смотреть всякие летсплеи на нее и самому сейчас все испытать впервые, поэтому я записываю, собственно, свою реакцию на это все. Это очень ответственно. Мне всегда важно просто. Я даже когда сам играю, то я постоянно заметки всякие записываю, чтобы потом описать свои первые впечатления, но лучше, конечно, их схватить в реальном времени, потому что, знаешь, первый раз случается только один раз в плане там запуска игры и прочее. То есть, если бы я второй раз, ну, ты понял. Хорошая была фраза, я ее испортил тем, что я попробовал объяснить ее. По-моему, во время игры тоже можно настраивать опции, ой, графику, поэтому я постараюсь еще, ну, как бы во время процесса немного улучшить ее. Я видел, в принципе, много скриншотов ее еще, и вот эта бета-версия ранняя, которую Джон Трон сам играл на Граунс, они, по-моему, играли еще, когда он там был. И... А, или это Джон... Это PBG, по-моему, играл в нее, точно. Короче... Я знаю, как она выглядит и какие у нее как бы ограничения там по тому, что можно делать. Я, по-моему, даже играл в бета-версию. Точно, я сейчас вспомнил, блин. Я не смотрел, как кто-то играет, я сам в нее играл. Вау, такое странное воспоминание. Я просто сейчас, в наше время, знаешь ли, трудно даже... Ну, вот эта граница между видел и играл очень-очень такая размытая. То есть от того, что ты смотришь, как кто-то играет, ты, у тебя ощущение, что ты и сам прошел всю игру. У меня так Зельды, например... Я Breath of the Wild увидел, как Грампс прошли, и теперь кажется, что я сам ее прошел. Ооо, so cute. Реально, персонаж мне так нравится, прям вот именно вот, вот идеально придумали. Такое, знаешь, вот именно вот не, не как все сейчас такое жестокое такое там, а именно вот, вот смотришь и... Звук такой. И такое, как в сердце светится там. А так как бы Сонни. Ну, в общем, adorable. Это, по-моему, уже можно играть. Да, обычно. Да, вот. Блин, я на джойстике нажимаю кнопки, ну. Тут трейлер такой, ага. Стрелки ходят, и VSD тоже ходит. И мышка повра. О, так круто, блин! Ага, так, shift, я хотел разбежаться. Так, по-моему, немного... Там я camera smoothing настроил, получается. Можно его немного... Mouse sensitivity, а ну. The higher the sensitivity, the more impact. Да, немного чуть можно больше, я думаю, 45. Заметь, как все тут четко. И самое главное, вот games settings, тут было, получается... Вот тут, вот это мне все так нравится, что тут вот даже field of view можно настраивать, расстояние до камеры, как на телевизорах, тут разные эти. Так, а вот, camera smoothing, вот это я хотел убрать, в принципе. Medium, fast. Instant camera picture resolution. А, это в смысле имеется в виду фотоаппарат. О, вот, да, теперь, ух ты, класс, удобно, что я хочу, то, то иное делать. О, так круто, блин, на самом деле, я хоть и... Почти прошел Окарину времени, Бенджо-Казуи и все эти игры, как бы для меня привычно играть на джойстике. Но я очень сильно в то же время вырос на клавиатуре, и мне вот так вот в ASD бегать и мышкой вращать гораздо-гораздо больше нравится. Блин, все, мне автоматически нравится эта игра, потому что она как вот эти ранние, знаешь, ну, Гарри Поттер там и прочее. То есть мои самые первые игры были именно вот такими. О, я даже, ну, даже не надо нигде смотреть, как управление и все такое, потому что... Пробел прыгает, как бы так, а ну, я хочу кувыркаться. О, ну, close enough. Чего она вот это вот, вставай. А ну, это... А, это чтоб... Хм, странно, то есть... Вау. Тут надо держать Ctrl. А если, допустим, бежать и нажать Ctrl, то она катится и потом... А, потом надо вставать, угу. Прикольно. А Alt не работает. Так, правая кнопка и Shift. Это разные вещи. О, сейчас надо разобраться. Блин, нигде не написано даже никакие кнопки. Я не знаю. А, я думал, это камера, а это выбор шапки. Use your head to find your goal. А, она типа указывает. Shift.
Ну, она в той комнате имеется в виду. Ну, я пока не хочу идти туда. Блин, как-то, честно говоря... О, вот, да, я хотел приблизить камеру, и колесико как раз это сделало. Идеально, все. 10 out of 10. Блин, так классно, мне так нравится просто, когда... Я реально не могу сдерживать восторга из-за того, что... Наконец-то игра, в которой можно все настраивать очень-очень подробно. Так, мне нужно немного инвертировать зум. Vertical, horizontal. Тут был, получается, я думаю, даже это можно сделать. Camera smoothing, insta camera, picture. О, take pictures higher, default. Сейчас, мне хочется, чтобы получается, ну тут, короче, колесико, когда вверх, то он отзумливается. Ну, короче, инвертировать надо, если, конечно, можно. Skip-skippable cutscenes, кстати. Хотя, нет, я хочу испытать игру в полном ее. Distance, да, собственно, можно регулировать класс. Camera assist, кстати, не обязательно. Contextually control camera for better experience. Ну да, наверное, да. Наверное, нельзя. Ну ничего, ладно, это мелочь, в принципе. Просто непривычно. Ну, не, как я обычно, вот вперед, это вперед, а назад, вот я мотаю вверх, а оно отзумливается аж назад. Это не так, как я обычно бы делал. Еще я хочу, чтобы вот этого не было, вот это вот, квадратиков. Эта прозрачность так не отображается на... Я видел эту анимацию, кстати, в каком-то в трейлере, по-моему, последнем на эту игру показывали это в конце, типа как блуперы, то есть типа такие моменты. Так, я хочу все-таки рискнуть и попробовать на гигантском разрешении поиграть, на вот таком вот прям. Мало ли, может, не будет сильно тормозить, я и так понизил все. И если что, там всякие, может, что-то еще повышу, потому что, ну, оно... не должно настолько тормозить, прям, у меня не настолько... комплексный. Я постоянно говорю это слово комплексный. Не настолько тормозящий компьютер, чтобы прямо настолько все затормаживать. И тем более вначале оно тормозило, потому что там анизотропная фильтрация была включена. Это, блин, bane of my existence. Всегда, когда она включена, все игры тормозят. Только ее отключаешь, все летает сразу. И я даже не знаю. Это тупо фильтр. Он делает все размытым. И зачем размывать игру и при этом затормаживать ее этим? Я никогда не пойму это. Не, ну может я однажды на более мощном компьютере увижу разницу между этой фильтрацией, но so far мне не доводилось на мощном компьютере ни во что играть. Да, вот это то, о чем я говорил, что слишком все долго грузится. Мне еще не нравится, что мышка растянута. Это может говорить о том, что разрешение в 1280 на 720 будет aspect ratio немного корректировать и растягивать игру. Слишком. Если так, то придется поставить на 1280 на 700... на 768. Да. Окей, уже можно. Тут самый эффектный способ игру поторопить вот так вот мышкой, вот так быстрее. Блин, я в восторге от того, что тут можно просто клавиатурой ходить. И мышкой смотреть по сторонам идеально. Все, платформер. Почему никто не делает платформеров нормальных? Последнее, что выходило из такого, более-менее из такой серии. Да, растянуто слишком. Ах. Да, нет, так невозможно играть. Еще подождем минут 50 тысяч. Кстати, тут есть colorblindness correction даже. Если я поставил вот эту, я не знаю, какой у меня тип, но я не отличаю зеленого и коричневого, ой, и красного. Ну, точнее, коричневый для меня всегда это как красный, поэтому странно. И тут, в общем, я попробовал разные типы, и вот на этом мне все выглядит гораздо-гораздо лучше, чем на обычном. Вот оно такое, эх, вот просто как темно, и глаза пытаются увидеть, и не видят. А вот так, сразу классно, сразу красота. Я рад, что тут есть такие опции. Сейчас попробую. Так, во-первых, Q. Вот тут можно по-простому все. Эффекты, тени и performance. Ой, оно само меняет. Вот это немного хочется. Visual quality of enemies and non-playable characters. Small performance boot. As not a lot of areas feature many characters at once. Кстати, да, особо его оно не влияет. Лучше, чтобы персонажи хотя бы хорошо выглядели. О, вот это постпроцессинг, анти-алиасинг, блум, вот это такой булшит, просто убрать надо все.
Тени, кстати, я бы немного добавил. Ну ладно. Так. Оно не поменяло разрешение вообще-то. Сначала я так немного подумал, что мне не очень нравится этот шрифт. И такое все мелкое. О, вот. Как ни странно, выбирание квадратного разрешения делает игру более длинной, ну, плоской, прямоугольной. То есть, как бы не совсем интуитивно. Если, ну, обычно выбираешь 720 разрешение, то оно становится растянутым. По горизонтали, в смысле, для широких мониторов, wide screens. А у меня, поскольку квадратный, то, ну, на моем оно просто растягивает. Вот тут должно быть, по идее, сейчас все как раз так, как должно быть. И, может быть, даже оно влезет в экран. Сейчас надо, кстати, на OBS поменять. Вот это с этим всем приходится, как бы, вот, это такая неотъемлемая часть играния любой игры, когда, ну, собственно, эффект первые минуты игры как бы рушатся тем, что ты должен подбирать там частоту фильтрации, там всякие качества текстур, там тени, вот это все. Ну, на то оно и компьютер, как бы. Все игры от такого страдают. Поэтому, кстати, мне не нравятся игры, в которых в самом начале всякие начинаются там кат-сцены, куча всякого сюжета и прочее. Лучше, когда в начале дают немного походить, а потом только начинается такое, что ты хотя бы уже знаешь, что игра работает, и тогда можно уже хотя бы, ну. Потому что, например, у меня Tomb Raider, я когда запускал, я думал, что он не будет тормозить, и первые катсцены из-за этого вообще не мог ничего сделать. Ну, там же ж не катсцены, там типа квик-тайм-ивенты такие, на игровом движке все происходит. И поэтому очень сильно все тормозило, и потом только уже на первой миссии, где-то минут через 20 геймплея, я смог настроить, чтобы оно как игра стало. Вот это, конечно, такой булшит. При том, что там бенчмарк есть, но это that's not the point. О, вау, четко стало. Классно. Не, ну тормозит, конечно. Не сильно, но красиво. Такая игра, мне так нравится тут. Так, а ну смотри, она сейчас не должна... А, нет, квадратики все равно есть. Вот это вот, когда переключение между режимами, то вот, такая как сетка. Вот, вот эта сетка, этого не должно быть. Классно, конечно, но оно будет тормозить, особенно если я записывать собираюсь. Так, мне надо теперь убедиться, что... О, круто, влазит в экран. Сколько я уже минут потратил времени? 20 минут, реально. И я еще даже не начал, еще даже ну, на первый экран не вышел. Do not adjust your monitor. Такая пауза ловкая. Сейчас, думаю, если я выйду в этот портал, там будет тот профессор, и мне это, я по-моему, говорил в этом своем сто, в котором я описываю все ожидаемые игры, о том, что тут сеттинг мне напоминает MDK игру. Там на первом уровне этой игры бегаешь за главного персонажа, как бы стреляешь и все такое. Ой, микрофон. А потом на втором, там, получается, надо играть за профессора, который там превращает... Еще какая-то потом собака, у них там и такой космический корабль, и сеттинг очень сильно похож на то, что тут происходит. Тут тоже, получается, такие да, персонажи такие прикольные все. God damn it, я ж хотел первое впечатление записать, а оно рушится тем, что я ну... Тут нет даже игры, то есть, я их не записал. Если я, допустим, это вырежу или запишу сейчас следующий кусок, то, ну нет, все, это часть моего экспириенса. Я все время просто хочу, чтобы эти видео были как бы самодостаточными, чтобы их хотелось смотреть, как бы, ну, не надо было проматывать ничего. Но это бывает трудно из-за того, что игры сами не предоставляют для этого все, как бы, возможности, скажем так. И... Да, но с другой стороны, идея, точнее, ну, суть, ой, цель, какая именно, весело. Так, а как? Не, я думаю, надо понизить немного. О, трамплин, уи! Я знаю, что я буду сейчас делать. Ого, она плавает в подушках. Это как бы вода, но это подушки на самом деле. Вау. Они в первом экране туториал сделали.
Нет, тормозит все-таки. Ой, я утонул, кажется. А, нет. Блин, так классно. Что у него с голосом? Ой, тут дабл джамп есть. Я случайно на него научился делать. О, и за края можно цепляться. Теперь я хочу слева направо ползать. Можно так? Ну, не, похоже, нельзя. И надо, получается, быть повернутым к платформе, чтобы за нее зацепиться. Да, и двигаться по ней не получается. Ха. Ох, ты тут... А, нет. Вот это похоже на секрет был бы, если бы... О, шкаф, он странный. О, е, удобно. Close it. If you really wear one outfit, so there's a lot of room... А, you only really wear one outfit, so there's a lot of room for skeletons. Не суди меня, я понимаю, что это очень глупая шутка и простая, и предсказуемая, и очевидная, но это смешно. Я не из тех, да. Я не стесняюсь того факта, что мне иногда от очень простых вещей может быть смешно. И то, что кому-то покажется глупым и очевидным, мне норм. Типа, поскольку носит один костюм, то в шкафу остается много места для скелетов. Это хорошая шутка, я считаю. Голос, правда, очень странный. Подожди. Немного повышу себе громкость. Так, а ну. А. Да. Голос не очень. Он как немного altered. Изменен механически, в смысле, с помощью всяких... Блин, как я бы хотел, чтобы оно не тормозило. Ну, попробую сейчас character detail немного понизить. Очень интересный такой стрим. А вот это вот, environment, performance, да, вот, пусть будет этот на performance и вот так, да. О, немного меньше тормозит, хоть и немного все такое блеклое стало, нету отражений теперь на поверхностях, и освещение не очень, да, темно сразу стало. Да, блестящие текстуры теперь отключились. Да, теперь она выглядит почти как игры на Commodore 64, но я не против. Ой, точнее, блин. С этой... Тут такой стиль, знаешь ли, что тут его ничем не... Он как бы сам по себе мультяшный. Тут, ну, зачем тут нужны шейдеры и блумы всякие? Красота. А можно тут от первого лица быть? О, можно. Вот, блин, суть этой игры в том, что она красочная вся такая, знаешь? Это вот я давно мечтал в такое поиграть. Класс, кристалл. Даже не знаю, что он дает. Ой, там какая-то монетка лежит. Звук, как Banjo-Kazooie. Так а что это? Почему тут монетка? А, это не монетка, это... Воу. Это как, знаешь, Life is Strange, когда садишься и как бы character reflects on things he experienced so far. Да, это реально чисто такое, чтобы отдыхать можно было. Она крутится. Круто, интерактивные объекты, я не против. Ой, она бьет сразу, я реально хотел... Нажать эту кнопку, чтобы она вот так вот начала бить, как, то есть, как Бенджо и Казу и прочее. Блин, вот настолько интуитивное управление, тут не надо вообще. Я надеюсь, тут не будет туториала, потому что он тут, естественно, не нужен. Тут все идеально. Кроме вот кнопки Shift, кстати. Shift достает цель, дистанцию до цели. Это не совсем. Я бы с помощью Shift хотел вот это делать лучше. Здесь вот можно будет вообще менять? Окей, я, пожалуй... Не буду вообще из этой комнаты. Ну ладно, пойду. Портал. Подожди, а что вот это? А, там как будто бы, ну, можно было... О, вот оно как. А ну, shift. Ага, в этом смысле. Я пытаюсь призумить камеру, но она не призум... О, вот, чтобы так посмотреть. Вау. Тут даже за кораблем видны всякие. Я, главное, играю на самом минимальном разрешении, без всяких эффектов, все отключено, но не должно так выглядеть. То есть, те, у кого нормальная система, техника и прочее, они, для них вот это все выглядит четко и красиво и вообще. Но мне даже вот это нравится, потому что оно, знаешь, оно дает ощущение пространства ощутить.
Так, а фотик у меня есть, интересно? О, я... Нельзя кричать в микрофон, потому что перегрузится. Я знаю это место, я его видел. В одном из летсплеев. Так, а ну, подожди, оно мне куда-то показывало? Окей, там основная цель, а тут... Hey, BB-8. Ого, у меня клоцает тоже. Так, надо... О, у него можно стоять, ух ты. Ему тяжело как бы меня держать, он поэтому такой... Come on, I'm not that heavy. Еще и недовольное лицо. Шо-шо? Что-то circuit board. О, он меня по глазу дал, прикольно, блин. Вот это мне так нравится, когда, знаешь, даже вот понятно, что мне надо идти вот туда, как бы, я в курсе, окей, я вижу, но тут еще можно кучу всего делать. Игра даже еще не началась, а уже в ней весело, знаешь ли, и перемещаться, и экспериментировать с движениями, и взаимодействовать со всеми предметами. Вот такой тип игр мне всегда нравится больше всего, как бы. Я поэтому всегда знал, что эта игра особенная, и как бы я ее ждал. Ты что? Она еще не началась, а мне уже нравится. Ого! Такие эти. Ого, можно даже во время slow motion, ты что? А ну если... Ты что? А, и можно выбрать head, и потом... Ха. Да я знаю, что. Ой, а, это я отсюда пришел, да? Так, что тут? Можно просто сидеть и смотреть телевизор. Нет, это мини-игра, по-моему. О, не. Да, нет, но она там должна быть, ну... Я помню, тут кому было что-то типа мини-игры. Или она просто типа смотрит мультики, или типа то. Но это выглядит как игра. Ты шо? Вот это... The amount of interaction with the world is unprecedented. Ого! От них... А, она... У меня палец болит. Класс, анимации как бы. Ты шо? Как, знаешь ли, мало вообще игр вот такого типа? Их просто нету вообще. Почему? Либо все такое, знаешь ли, серьезное, эпичное, пафосное и галимое, либо... Ему нравится. Он только что улыбался, я видел. Ну, короче, вот таких вот красочных, веселых игр вообще сейчас не делают. И за весь год вышло, по сути, только две таких нормальных, полноценных. Ну, именно на таком масштабе полноценных. Ого, можно по стенам лазить. О, май гад. Она умеет... О, как принц Перси бежит по стене и отскакивает от нее. Офигеть. Ты шо? Смотри, ага. Оно, ну, я, конечно, мне не нравится Марио 64, потому что он... Мне управление не очень мне нравится, и Марио мне вообще никогда не нравился. Но они как бы с него берут пример, потому что там был wall jump и wall run немного. Ты шо? Так прикольно. Так, ладно, и надо что-то делать сюжетное, я не хочу. I wanna have fun. О, лестница. Неудобно вообще-то, что она не встает. Вот когда ты с разбегу нажал Ctrl, то она вот лежит, и я сейчас нажимаю движение, они не работают, то есть надо подпрыгивать потом. Тут открыто? А, нет. То есть надо пробел сразу нажимать после этого. Окей, мне, конечно, не нужна эта лестница, но я могу. На самом деле тормозит игра все еще достаточно заметно. Я, пожалуй... понижу все-таки разрешение в итоге. Окей, ладно. Ой. Там даже нету кнопки. Фил, ага. О, тут можно, тут надо будет собирать кучу всего. Я так рад тоже этому, потому что, знаешь ли, мне нравится... Ой, что такое? Мне нравятся игры, в которых не надо... Ой. Я слышу, откуда стук доносит. Вау.
Просто стоит. Прям в космосе, без вообще. Вот это норм. Hey, come on. Это как... Это в каком-то фильме был. Ну... Вообще уже. Ну нет, это... Ого, часы. А что это за часы, интересно? Звук такой аркадный, классно. Блин, мне нравится уже этот персонаж, потому что, знаешь, она, как Индиана Джонс, такая, тупо закрыла дверь, ушла, как бы... Вот это стиль! Мне так нравится вот такой, ну, не именно такой, точнее, да, именно вот это не очень, но в целом стиль, короче, да, сеттинг, как это назвать, не сеттинг, а... Как это, рисовка, я не знаю. Кстати, вон там, за колоколом справа вверху, находится главный враг наш, Master's Girl, он там прячется, мне кажется, да, это, по-моему, она. А, они говорят, меня это вообще-то удивило, потому что so far, получается, только было слышно, ну, не слова, а как только эти начали говорить, то это странно, потому что в Banjo-Kazooie и в Yooka-Laylee там вместо слов были обрывки одинаковых фраз, и оно определенный стиль добавляло, а тут непривычно прямо человеческий речь слышать, как бы. Вот это, по сути, первый уровень сейчас начнется. То есть только что... Я вообще-то не знаю даже, что это было, потому что там не было даже туториала. Это чисто вступление. И в трейлере там, по-моему, был еще профессор вместе с ней. Или он дальше будет, или это мне так оно просто запомнилось, потому что я тогда играл МДК и смотрел эту игру сразу, и оно как смешалось в одну эту. Ну, по-моему, блин, я уже хочу... Реально, вот классно, когда механика основная тянет от... Когда хочется просто to have fun, to goof around, как говорится, побегать, прыгать, вот это все, ну вот. Кстати, я когда стримил на Y начинается игра, этот Yonder, да, я говорил, что все, у меня костюм такой, как в этой игре, поэтому эта игра мне типа больше уже не нужна, потому что вот я уже все, что в ней было, нашел. Но как бы тут я теперь понял, почему она намного лучше, потому что... так, надо понижать графику, потому что вот это вот так у меня все игры обычно, с такой производительностью. О! Мафия number one. Прикольно. А, да, так вот, последняя игра в таком подобном стиле была, выходила, это Psychonauts. И они, блин, управлялись не очень хорошо. Мне не нравится, как там инерция, скользкое управление, а платформинг такой, знаешь, tight. О, тут можно будет копать. Да, эти кучи тут не случайно, это как, это же Metroidvania. Шо, у него написано что-то? He's the cook. I'm not sure what you mean by that. Oh, I'm in the box. What's in there? Ой, ой, я что-то подобрал? Это типа как стимуляция. А, вот я, вот эти штуки подпираются. Так, я пошел по трубе залезу. В смысле по трубе. Камера интерактивная, на самом деле, немного мешает. Сейчас надо ее отключить, тут можно, благо. Окей, я пока пойду по сюжету, я знаю... А как ее догнать надо было? А, окей, ее невозможно догнать. Ты можешь встать? Вот это, конечно, очень неудобно, что она не встает сама. Окей, придется понижать графику, потому что слишком тормозит все. Именно играть очень невозможно. Жалко.
Это мой уровень, реально. Я и в НЛС играю на 800, на 480, и в этих всех. Это реально ми допустимый минимум, как бы. Но зато я теперь могу повысить всякие внутриигровые текстуры и прочее. Оно что, не нажалось? А, нет, оно в окне сейчас, на самом деле. Я не уверен. Так. Ага, вот, рамки невидимые, окна. Угу. Сейчас главное, чтобы оно снимало хотя бы. А, да, в Psychonauts, получается, была не очень прикольная основная механика, и надо было по тонким мостикам прыгать там, и сам сеттинг не очень, на самом деле, мне такой, хоть и шутки типа прикольные, но сама вот эта все искаженность, типа тематика вот этих вот внутри головы, всякие кошмары переживать, перепроживать там всякие искаженные образы, это как бы странно очень. И даже я из-за этого не особо жду новых Psychonauts, которых делают они. Потому что, собственно, первые у меня не особо в плане. Не знаю, вот они постоянно такие, знаешь, прибедняются, типа, вот, наша игра не стала вовремя хитом и все такое. Но она реально не совсем не дотягивает, то есть в ней чего-то не хватает. Вот, если она пыталась трехмерные платформеры, типа Banjo-Kazooie, например, возродить, типа, продолжить традицию, то само недостаток движений помешал этому, например. И тематика из-за того, что они, то есть, вот, хотят вторую часть вернуть, как бы, типа, сейчас снова, чтобы она стала теперь хотя бы известной. Но они не учитывают, почему именно первая часть не понравилась людям. То есть, она же не просто так, просто, типа, как это так, она не стала популярна. Если что-то в ней было не так, значит, ну, в смысле, блин, если бы они это могли понять. У меня она была, главное, еще в то время, когда только игры были, ну, на компьютер только появился, когда и кто такие игры вообще, я не знал даже, что это особый жанр, как бы, и все такое. И, ну, когда я покупал диск с ней, то такие с меня чуть ли не смеялись, типа, це, детская игра, ну, потому что она же такая красочная вся. Но там за этим же скрываются вот эти все скрытые смыслы, там, психология и прочее. Так, все равно тормозит, прикинь. Ой. Так, окей, я понимаю, что инсентив нужен персонажу. Так, немного отзумлю камеру, пожалуй. Так. Она у меня, вот, camera distance, немного far. Чтобы по дефолту было far, а потом буду призумливать. И graphics settings теперь можно повысить. Можно даже shadows включить. А, ну это, собственно, и так высокие. Давай на нормал поставим. Только Shadow Quality не на нормал. Вот так. Я думаю, это будет идеально. Ого, сразу смотри, вообще как другая игра. Ого. Ну, правда, и тормозит теперь. Damn. А, тут должно быть темно. Целая вот эта вот огромная... А, это я тут упал через крышу. Я бы даже не увидел. Ты что? Вот так она на самом деле должна выглядеть. Ого. Окей, Shadows на самом деле очень глючить заставляют игру, поэтому я, пожалуй, все-таки их отключу немного. Я думал, он уже выбрал. Сейчас тоже совсем другая игра. Окей. А, да, тут было покрывало. Но мне на самом деле так больше нравится, потому что оно более красочное так. Ха, она в воздухе не умеет бить. О, вот же она. Ну я же, ну как, вот она, ну. Я не знаю, не уверен, что ее вообще можно поймать. Я только что прям в ней был. I saw. This makes Mafia uncomfortable with body. Must go work out. Да я в курсе, что double jump. Ага, и вот как раз повод подпрыгнуть дважды. Что? Это она сделала?
Я хотел камера ассист отключить вообще-то, потому что она реально как... Я в одну сторону двигаю, она в другую, так. Все, теперь полный контроль. Теперь будет застревать в текстурах игра, и все будет как в ранних трехмерных играх, как и должно быть. Так, where is the... Я Q нажимаю все время, вместо того, чтобы... Ага, вон он. Эй, who are you? What are you? Ow! Окей, это враг, но он непобедимый какой-то. А, у нее болят пальцы, она от этого не может дважды подряд бить. О, он мне под подножку сделал. You mother. А, он же потому что, да, это ж типа гонка должна быть. А, это обучение, точно, я только понял. О, а как я туда доберусь? It's okay. О, ну понятно, я ее хоть уже и догнал несколько раз, но я не должен был ее пока догнать. Окей. Not stalk one another. I mean, Mafia Town can be a really dangerous place. So what do you say? Wanna join my little rebellion? Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Yeah? Yikes! Looks like you've got a lot of cleaning up to do, huh? Tell you what, come up here, and I can show you where some of your junk landed. О, хорошо, наконец-то цель есть. Не только бежать за кем-то, а еще и залезть на эту башню. Мне, блин, не нравится у нее голос вообще-то. Она, конечно, ну, сама переигрываемость, это прикольно. Но озвучивательница так себе. Такая, знаешь, ей лет 40, блин. Так. Ой-ой-ой, тут, а как? Ага, это надо было? Кнопка. Окей, оно так ненавязчиво намекает вообще. Окей. А, вот, я хотел сделать этот паунс. А, это так и нужно было сделать, ух ты. Why should I? Окей. Вот это, блин, прозрачность мне очень не нравится. Я не знаю, с чем, ну, чем это управляется. Надо найти еще. Может, это эффект? А, да, это, наверное, эффект. Но я не уверен. Ой, теперь все сломалось. Блин. Так, Окей, давай лучше тут найдем. Сейчас. А что это? Зачем? Closed hair components, certain characters, simulated movement. Не обязательно вообще-то. О, тут фильтр включился опять. Ну что ж такое? Конечно, он не нужен. World texture quality. Вот так. Да, пусть будет. Shadow resolution? What is that? А, это для теней все. Окей. Прикольно, наверное, с тенями. Post-processing. Это тоже, кстати, это одно из самых главных на самом деле. Oh, the art style game was designed with this feature on. Turning off provides very little performance gain. We recommend this option. Окей, я, пожалуй, хотя... А, glow. Окей. Мне кажется, один из этих блуров делает... прозрачность более... А, окей, теперь все размытое вдалеке. Ой, оно как-то по-глупому размывается, честно говоря.
Вот, тут надо сделать этого. Assassin's Creed. Не, мне Blur вообще никогда не нравился. Или Bloom, не знаю, сейчас. Увлекательный летсплей получается. А ну, viewed angle become blurry the further away from the camera. А, вот, вот оно для чего. А ну, low. No detail models or particle effects. Most detail. А, и острова дальние, ага. А, и пыль, угу. Ну, нет, нормально. О, все, так лучше. Все равно ужасно выглядит, но зато хотя бы управляется гладко. О, тут этот, сейчас. Нажмите пробел, чтобы ходить по облакам. Да, она вообще без проблем. У нее, ну, равновесие вообще не рушится. Так, куда? Shift. Ага, она внизу. А чё она уже внизу? О, а тут что? Конечно, мне обычно игры... Где слишком много вариантов и куда идти. О, по-моему, это один из... Спринт! Ready to sprint. Stitch. Что? Я теперь могу бегать, если бы... О, здоровье восстановилось, кстати. Ой-ой-ой, ого, а, это был... Ой. Ой, она хоть не повреждается от падения. Вау, очень непривычно на самом деле. Да как бы развернуться и подпрыгнуть. Это знаешь, это прям принц Персии пришел. А может на сам шарик? Не. Или вот сюда может. Ноуп. Ау. Ну вроде не повредилось особо. Мне нужен спринт. Способность. Вот эти птицы, они мне... Ого! Как я это сделал? Я нажал, короче, что-то сложное, что-то как прыжок, потом удар и потом control. И оно разбило эту птицу, похоже, все-таки получилось. Прям по статуе можно бежать. Блин, офигеть, так легко. Вот я на дом залез, и я даже не заметил. Что она там? Мне по пальмам нужно лазить. Ты не понимаешь. О, нельзя. Только сверху, ну ладно. О, а, тут можно было и так. Тут надо ground pound сделать, но я же не умею. Ой, этот уровень, да, естественно, он же был демо, но я помню вот это место, именно вот эту лестницу, и как тут узко все так, и думаю, вау, это так странно по таким местам, но я сейчас сам это управляю, наконец-то, и даже не верится, что она все-таки вышла. Тут так прикольно все, вот в плане управления, мне даже все равно, что у меня там какая-то была цель. Вот, а, damn it. А, надо подпрыгнуть, а потом ударить. Вот оно почему так. Контекстуальная зависимость. Relic. No relic might match with others. А, может оно... А ну, пробел, shift, alt, control, shift. Нет, что я еще пробел? Правая кнопка. А. Хм. Там как будто спецспособности нужны были. Открыться. Вот, например, я sprint yarn подобрал. Но я не уверен, для чего. Как вот это разбить? Она явно пока не умеет ничего. Наверное, надо... Да, оно специально закрыто, чтобы новые способности открыть. И потом... Вау! Такая вообще... Вот это, кстати, мне нравится. Тут... Вот это я тоже видел еще на скриншотах. Еще до того, как всякие летсплееры начали в это играть. И мне вот запомнилось именно вот это вот... Я не знаю. И там кто-то объяснял, что это типа...
коллектатон в духе вот этих вот игр на 64 и все такое. Ну блин, она так. Ты посмотри. Стиль, как бы. Даже на самом-самом минимальном всем, оно все равно красота. Так, Q. Почему мне всегда тянет Q нажать? Надо же Shift держать. Окей. О, я там, да, я помню. Ой, там сейчас будет, да, первое сражение. Так, а как тут... А, тут тупо по дороге по прямой пройти. Или нет? Ну чё она лежит? Ну чё она не встает? Так, окей, тут можно допрыгнуть. In code we trust. Это же как квест, тут реально с ними говорить можно. Хай-фай. That's rude. О, этот фейерверки пускает. Ничего себе. Вот эта игра, мне все нравится. Фейерверков такое всегда праздничная, ну, ассоциация всегда. Сейчас надо сражаться бы. Точно, у него же зонтик. Классно. Сейчас тут, по-моему, где-то человека три на меня нападут. Мне очень нравится, как тут время выглядит. Как вот эти вот глючные, смотри. Сами часики, они состоят из многих цветов. Как там Commodore 64, когда экран глючит, вот эта текстура сама. Это так красиво вообще. А, мне надо ее подобрать. О, и звук такой, знаешь, как вот это science fiction в фильмах 50-х. Такой... синт такой моно, когда, в общем, и гнется линия такая, как, знаешь, как вот этот теремин инструмент, в котором он реагирует на электронный сигнал, и в него можно, ну, не прикасаясь к инструменту, играть. То есть, в зависимости от того, как далеко рука находится от тут этой антенны, он, ну, он повышает, понижает питч, и на нем можно вот такие звуки как раз издавать, как тут. И она ж типа как бы sci-fi немного, хотя она наверняка... Все стили сразу, потому что там дальше уровни, я видел, будут такие, типа, болота, такое, типа, хоррорное там может быть, и такое совсем странное, и как бы наконец-то, больше таких игр надо, чтобы все было такое, ну, не... Вот в платформерах раньше ты начинал игру, и ты, ну, как бы, не знал, что ждет, там может что угодно, как бы, какие угодно сеттинги начаться, открыться, там, на любую тему есть уровень, как бы, это круто было. Хотелось исследовать дальше, идти и все такое. А тогда игра слишком пытается там как бы сеттинга одного держаться, оно не совсем. И вот эта игра, это как такой, знаешь, сейчас немного как конкурент Mario Odyssey. Точнее, да, кстати, реально, это как альтернатива Mario Odyssey, потому что та вышла на Nintendo Switch, и в нее могут играть только на ней. А тут то же самое, как бы, реально, и... Мне аж немного обидно за нее сразу, потому что она вышла как бы не вовремя. Ну, явно Odyssey более успешная и такая сейчас мега всеми воспеваемая стала, чем вот это. Это, может быть, незаметно как бы останется потом. In time. Шутка просто. И вот эти английские шутки, я, ну, как бы по инерции их шучу, но потом понимаю, что оно же непонятно будет. В общем, фраза in time обозначает со временем. Но ahead in time, значит, шапка во времени. То есть, буквально, если... О, смотри, она вернулась в корабль свой, а как? А как это произошло? Что? What? I got one new messages. О, телескоп. Power has been restored in the main hall. The chapter Mafia Town is now available. Ага, то есть тут... Это было... я могу, короче, все время перемещаться. Блин, мне так нравится у него анимация, что я не хочу никогда пропускать ни одну. Даже когда приземляется. Хочу с роботом взаимодействовать. Хочу
Ну, я же нажал Е. А он все равно... А, это он меня врезался. А вот это что? А, она соскальзывает с них всегда. Вот это вот выглядит немного разбитым. Так прикольно тут. Залатали. По-быстрому так. Окей, я так понимаю... А, вот, одни часы восстановились, и типа они в этот сейф идут, да? А 65 это вот этих штук, да, я собрал, получается? Да. Когда я уже смогу играть, или это не игра? Shift. Так я же вроде как раз тут души. А, в смысле, а, вон там кто-то есть? Нет, это ключ какой-то. А, ну. У меня зонт! Ура, наконец-то! Я же могу с ним это, левитировать, в общем. Не помню как, и... Да, точно, у меня же, я же еще не мог с ним. Ну, в общем, по-моему, он раскрывается, когда... Она падает с большей высоты, чем обычно. И поэтому я когда в Yonder Chronicles нашел такую шапку и примерно такой костюм, и с зонтиком с горы слетал, я как раз сказал, что мне уже не нужна эта игра. Но это было преувеличение, потому что это разные жанры, и там нельзя по стенам бегать и прыгать. И вот так, знаешь, удобно, классно, все так вообще. О, I'm sorry. Хочется его назвать как-то. Бипо, например. Я не помню, из какой-то игры. Так, 14 часов надо. Окей, а где? Они говорят, in the main hall. Отсюда я пришел. Так я же пришел отсюда. Может, там открылось. Ха, я, кажется, понял. Ага. Вот, что-то как будто открыто, нет? А, это мой первый, первая локация. Интересно. О, и тут открыто. О, вот. What is happening? Ага. Вот, area select. Тут можно выбрать. Один кусочек найден. Население 379. Ничего себе. Fallen Time Peace. А, тут только один. Perspiration. Hopefully not. Barrel Battle. Вот это акт 2, а этот требует 5, и он пока закрыт. Интересно. О, и там есть Peace. И тут есть. То же самое Population. А, это то же самое. То есть, да, это реально как... А, это босс. Уже босс. Зачем? Все, мне не нравится эта игра. Все, выключаю, удаляю. It's a microwave. You use it to punish food. That has been bad. Мне смешно от этих шуток. Я вообще в квестах всегда все описания так читаю, знаешь, religiously, то есть ни одного не пропускаю, потому что описания у них классные всегда. И это, по сути, квест тоже частично, помимо того, что это офигенный платформер и классный сеттинг, и вообще I love this game. Это как бы основной холл, но это не холл, мы вообще-то в кухне вроде как. Да, это похоже на кухню. С окнами в небо. Shift все время нажимается, чтобы ускоряться. Но Ctrl очень трудно привыкнуть. Так, я думаю, надо набирать, типа, идти все-таки с боссом сражаться. Но я, честно говоря, даже немного хочу вернуться в Mafia Town, потому что... Знаешь ли. Что, каждый раз надо подходить к телескопу? Как-то не очень. Ну, хотя бы... Выбор уровней такой straightforward достаточно таки. Я пойду... Может тут еще что-то есть? Я все-таки... Ты уже прошел. Конечно, я не прошел. В смысле, в этой игре уровни проходить нужно тщательно. Я же об этом начал говорить, но не рассказывал, что мне нравятся игры, в которых нужно не просто вот так вот, как тут, идти, бежать за этим по стрелке, по сути, и... искать выход, грубо говоря. Я даже не понял, как, на каком моменте она решила вернуться. А, когда подобрала вот этот таймпис. Но, в общем, здесь, помимо этого, куча всяких секретов. Тут на уровне очень много всего нужно еще
находить в разных формах. Например, Бенджо-Казуи можно превращаться в муравья и тогда лазить по стенам, добираться до новых мест, и потом там, например, какими-то специальными персонажами выкапывать что-то, или, ну, в общем, такое. И все для того, чтобы найти на одном уровне кучу нот, там около 100, по-моему, на каждом этом. И оно классно, мне такие уровни нравятся. И это тоже этот жанр, как бы. Но, честно говоря, вступление достаточно линейное, и это немного disconcert. Ну, вот это слово, типа, не обнадеживает, а наоборот. Типа, предвещает беду, ну, типа, тревожно. Я не знаю, как это слова. Окей, уже можно, уже. Я не понимаю, почему такие огромные loading times у нее. О, вроде загрузилось. Тебя трудно знать. Но я рад, что все-таки записал наконец-то, знаешь ли, потому что, ну, она вышла еще, по-моему, вообще в сентябре еще, а я, ну, все время откладывал, в общем. Такая именно беспричинно так. О, что тут? Wall now belong to mafia. Тупо им все принадлежит. Так тут опять все восстановилось. Чу, а как? А че? Я же уже реально прошел этот уровень и. Оно не накапливается. Нет, оно накапливается. Чу, те же самые можно находить. Окей, Master's Girl, я не собираюсь второй раз тебя преследовать, потому что я здесь не ради сюжета. Мне нужно теперь исследовать уровень как следует. Seagull eat fish, but fish belongs to mafia. We punch Seagull for not respecting mafia. Seagull say, no punch, I have child. Mafia punch Seagull with child. Блин. Это смешно. Они как бы не особо умные, в общем. Так, а как тут... О, Ctrl, да. О, я надеялся, что это произойдет. Ну, не потому, что это больно, а потому, что это говорит о том, что игра, в общем... Блин, она так классно. Ты посмотри, какая она вообще cute. Персонажи в играх редко, are rarely that cute. Вот сам факт, что она хотя бы улыбается, это уже нетипично для современных игр. Надо... Хочется его столкнуть, веришь? Ой, я даже... Ну там бассейн, так что ничего страшного. А, нет, он тупо... Он мог умереть. Я, ну, не нажимал ничего, то есть она автоматически его сбрасывает. О, еще что-то. Sprint Yarn. Окей. You got enough... О, вот! Тут что, еще какой-то крафтинг непонятный. Так, weapon, окей. Sprint Yarn. Press to stitch. А что stitch? О! Now... А, new head stitched. А, в смысле сплести новую шляпу. Прикольно. This head is looking ready to sprint. Hold left shift. Наконец-то! Я же постоянно всю игру нажимал shift. И не случайно. То есть, вот, это то, что я хотел делать. Вот так вот. Вот. То, ради чего я нажимал shift. Реально. А теперь как, правда, до цели? Вау, так тут разные шапки нужно во время... Вау, это даже еще лучше выглядит вообще-то. Хотя это такая, конечно, каноничная такая, эпичная. Вот это тоже прикольная, но она недостаточно высокая. Вау. Окей, я понял насчет шифта. Ого, там можно на те еще долетать наверняка. Не, это сильно далеко... А! Damn! Я думал, не долечу. Кстати, мне всегда в играх нравятся вот такие места, когда рядом с водой. Интересно, почему они не разбиваются? И почему мне не дали даже возможности на этом уровне побегать? То есть, вот понятно, что Master's Girl убегает, и это как бы цель основная и все такое, но... Как бы суть же этого типа игр в том, чтобы не спешить и наоборот, как можно все подробнее, если... О, тут я что-то...
Звуки вот эти. Я не хочу на них нападать прям так беспричинно, это как-то странно. Ой! Щит! Меня выстрелили как бы... я не уверен, что это было должно произойти. Я сломал игру немного. Окей, я так понимаю, эта труба должна меня выстрелить была, и я должен был пролететь через эти двери, но они оказались закрытыми, и... Окей, я застрял в текстуре. Хорошее начало. No one allowed into cave. I am in the cave, actually. Каким-то образом. Вау. Ну я там еще окажусь, конечно, но я так понимаю, мне нужно выходить из этого уровня, чтобы не сломалась игра. Точнее, она уже сломалась. Чтобы восстановить игру. И еще, мне кажется, лучше, наверное, все-таки из этого серию сделать. Потому что я последнее время не продолжаю игру. То есть запишу кусочек и все, следующий перехожу к следующей. А эту я как бы явно буду дольше играть, чем один раз. И, наверное, буду записывать, потому что... Как бы, если я не озвучу то, что я говорю во время игры, то я потом забуду, естественно, об этом, и как бы не будет достаточно материала для обзора, если я, конечно, захочу его сделать. Так что, наверное, следующий кусок запишу, начну даже не первый уровень, а сразу босс вот этот, потому что, я думаю, можно будет вернуться сюда, когда у меня будут новые abilities, и тогда я смогу, например, выкапывать вот эти ямы и прочее. А пока, наверное, выключу, когда оно, конечно, может быть, загрузит центральный уровень, если, конечно, будет столь любезно. Я не знаю, я в таком, я не знаю, при том, что, damn, я, ну... Не ожидал, что она будет настолько крутая, именно в плане механики. Я боялся, что будет очень неудобно управлять. Кстати, вот мне именно за это не понравился Юкалейли, что там очень, как бы, знаешь, такое скользкое управление. То есть она из-за того, что там никаких настроек нету, она всегда у меня тормозит на самом минимальном всем. И даже когда не тормозит, то сама ящерица вот эта, ее постоянно слишком в сторону несет. Когда он сворачивается в шарик, инерция еще больше становится. Прыжок не туда идет, камера постоянно, ну, врезается во все. Короче, в нее играть, именно управлять не очень прикольно. Даже при том, что там миры и сеттинги более-менее интересные, но и то слишком огромные, пустые и все такое. А тут как раз именно наоборот все. Именно вот так, как мне нравится, что много всего... На уровнях. И вот они выглядят компактными, но на них явно есть что делать. Мышка, ты как бы в курсе, что тебя видно. Окей, я пока выключаю. О, шапка сохранилась, похоже. А, точно, я же вышел, да. Тут, получается, можно свободно выходить из локации, получается. Это прикольно. Ой, я надеюсь, она была на весь экран, записывалась вообще. Потому что, мало ли. Вот это, конечно, долгое сворачивание, это не очень. Come on! Мне надо выключить видео хотя бы. Я же не могу ничего делать. Не могу просто выключить игру. Точнее, она будет выключаться еще дольше, чем сворачиваться. Она вообще будет сворачиваться? О. Разрешение переключилось. Окей, звук из игры все еще доносится, но... О. Меня почти на рабочий стол вынесло.